Начал рассказывать. Я, братья мои, не люблю баб, которые в шляпках. Если баба в шляпке, и для чего на ней везде кокса приятный, и мопсик у ней на руках, то такая аристократка мне не баба вовсе, а пустое место. Но в свое время я, конечно, увлекался одной аристократочкой. Ну, гулял там с ней, да. В театр не водил. Ну, в театре это все и вышло. В театре там и развернулся.